Порталы, порталы и больше порталов. С вами Король Порталов. И сегодня мы продолжаем играть в Forager. Это уже какая-то там серия, я не помню какая. И в прошлой серии мы решили 3 головоломки за 8 минут. Вот. Это было просто идеально. А сейчас мы пожарим мясо. Что мы можем сегодня сделать? Можно землю купить, да. Вот эту, например. Так, пожалуй, и поступим. Пошли, заберем с банков денежки. Тут хватает, вроде как. Но я все равно не до конца уверена. У нас тут снова все заросло. Вот это да, вот это неожиданность. У нас такое каждую серию происходит. Это уже... как назвать это? Серия уже не такая интересная. Вау! Табличка. В этом тайнике цветы не живут. Что с этими цветками делать? Убрать? Убрать эти цветы? В каком тайнике цветы не живут? Может, мне нужно это вскопать, я не знаю. Вау. А что так много всего падает? То есть, там были спрятаны... Вау. Тут везде были цветки, кроме того места. Что это? Маска скелета. Скелеты больше вас не атакуют. Ну, я случайно весь огонь продал. Вот это да. Смотрите, они меня реально не атакуют. Так как денег нужно все больше, копить их приходится все дольше. Нашими гениальными спонсорами была принята идея построить новый банк. Представляете, вот это хорошая идея, реально, в отличие от некоторых. Ну вот, собственно, новый банк. Так, мы можем это купить. И колокольчики. 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 Что за надпись? Это наверняка что-то значит. Нам нужно начинать с самого высокого. Короче, смотрите, вот это самая высокая нота, это самая низкая нота, а это средняя нота. Да! В смысле, ты табличку раздавил? Как я теперь музыку играть буду? Вообще наглый табличку раздавил. Вы посмотрите на него. Так, вот наш ключик. И мы идем открывать тут сундучок. Что это? Рыболовная сеть. Вау! Наконец-таки! Ну а сейчас мы пожарим рыбы. Уй. И мясо пожарим. Уй. И хлеба. Все, жарим муку. Стоп, сколько? Вот с этим нужно явно что-то делать. И я сейчас этим займусь. О, новые дороги. Давайте выберем вот это, потому что у нас постоянно проблемы с едой. А так мы сможем есть камень. Вы сейчас не шутите? Я могу кушать золото! Я тут узнал, что если мы построим несколько супермаркетов, во всех будут разные товары. Вот. Вот тут у нас супермаркеты будут стоять. Все равно бесполезный остров. Пока что. А теперь на нем хотя бы что-то будет. Нам нужно еще 12 вот тех кристаллов розовых. Так. Все, у нас все выполнено, кроме одного свитка. Большие черепа! Скупаем все. Начнем с пылающей кирки. Нужно 15 стали. Так, что нам еще понадобится для пылающей кирки? Жуки в бутылке. Бутылка. Стекло плюс нитки. Создаем 5 банок. Завершаем кирку и на сегодня все. Так, все, ищем жуков. Так, ну ладно, раз жучков все равно нету, давайте купим вот это. Что? И что с ним делать? Может быть, нужно сделать вот так. Так, жук, я нашел жука. Так, все, первый жучок. Так, ну-ка, что он продает? Черепа есть, сфера духа дорого. Так, ну что? О, сфера духа, я же говорил, не надо ее покупать. Юз. Вау.
Ну, в общем, жуков я найти не смог. Поэтому мы найдем их в следующей серии, в следующий вторник. А на сегодня все. Всем пока, с вами был я. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы он бил каждый раз, когда у нас выходит новое видео. А с меня все. Всем пока.